Всем привет, ребята, играем в ваш CR2. Так, события, да, новые события, мировое. No air and no cares. Короче, что-то связано с луной. Нам дают готовые тачки, то есть новичкам это в принципе в плюс. Да. Шансы более-менее равняются у нас между новичками и опытными, да? То есть от везения тоже многое зависит, в принципе, так. Ну и основное, это, конечно, пряморукость. Опыт. 2 минуты. Прыгать как можно дальше. Ну, давайте, понятно. Погнали. 4 билетика у нас есть. Такс. 2 минуты всего лишь. Я даже не знаю, ребят. Ну, давайте попробуем на чоппере пока. Мотоцикл. Слушайте, а здесь возможно даже, хотя не знаю пока. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, топливо начинает заканчиваться, черт. Слушайте, печалька. Я так думаю, здесь в принципе попробуем взять тогда вот этот аппарат. Ага, то есть и детали у нас фиксированные получаются, ребят, ничего себе. Смотрите-ка, и детали фиксированные. Ну, окей, и силу прижимную уже убавили максимально, ребята. Прижимную силу убавили, ничего себе. То есть смотрите-ка, разработчики прям подготовили на максимальный полет. Ничего себе. Так, ну давайте попробуем сейчас. А, блин, а что здесь пробовать? Надо здесь... Нам с вами, ё-моё, нам же у нас будет сейчас впереди топливо. Блин, толку нет. Да, толку нету. О май гад. О май гад. Блин, короче, все профукали. Ладно. Это у нас экспериментальный первый билетик. Пока мы еще не знаем с вами, что здесь творится. Так, ну и тупо вот так вот вперед лететь тоже нет смысла, по-моему. Хотя, давайте посмотрим, что... Нет, ну все, времени нет. Да. Да, и при этом мы с вами умудрились как-то на 9 баллов затащить 12 позиции, 275 метров. 388 у чувачка рекордик. Первое место. Хм. Прикол. Так, ну давайте оставляем, короче, мы с вами мотоцикл, наш чоппер. Готовый. Так. Знакомая. Знакомая у нас карта. Знакомая карта. 300 метров будет. Так, 350 будет? Нет. 341. Ну, относительно неплохо, в принципе. Давайте попробуем улучшить. Попробуем. Там в конце можно было, в принципе, немножко. Я думаю, дальше. Так, вот здесь. Вот так примерно. Но слишком низко, наверное, все-таки. Но дальше. Нет, блин, почти, ребят, почти так же. Нас обогнали. На 40 метров дальше пролетел чувачок. Так, ладно. Давайте тогда сейчас попробуем последнюю попытку у нас. Наверх. Может, там получится как-то нам с вами ускориться, что ли. Только не это, блин, 30 секунд. Какой 30, 25. Ё-моё, ну все. Слушайте, а там, в принципе, сверху-то как вариант можно, да? Вполне. Ай-я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 й. В топ-10 попадаем, уже, в принципе, ладно, сойдет. Да, конкуренция здесь, я вам скажу, жесткая.
Опыт, пряморукость, а я запустил, получается, во сколько, в 3 часа. А событие у нас началось уже, можно сказать, 3 часа назад. То есть опытные люди уже, в принципе, знают эти трассы. Ну, вот кто сейчас играет, допустим, да? Просто есть такие, кто максимально проходит сразу, как событие запускается, они пытаются максимально сразу пройти, потратив на билеты кристаллики. Поэтому, ребят, сложно здесь с чувачками, которые на опыте, сражаться. Очень-очень сложно. Но, видите, в топ-10, в принципе, попадаем. Правда, первый раз у нас было 12-й позиции, но 9 баллов все равно забрали. Так, неплохо, неплохо. А что, если сверху пролететь? А что вообще там наверху? Не, ну сверху, наверное, безумие. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, да, сверху, ребята, не стоит. Ну, попробуем. Давайте все-таки. Блин, задел опять. Опять задел. Но пока что держим. Ты посмотри-ка, но если я не улучшу сейчас... Не буду я сверху. Если сейчас не улучшу, боюсь. Боюсь. Нас обгонят. Давай. Блин, он выше, но я быстрее лечу. Ребята, я сейчас улучшу свой результат. Смотрите. Ое, 437. 20 секунд, но нет смысла рыпаться, в принципе, обогнали мы, значит. Ну, ждем, ребят, на 7 метров дальше. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Да, ребят, давай, закрепляем. Есть, сохранили. Первое место, второе Украина и третье Америка. Отлично, ребят. Так, последний билетик. Последний билетик, уже видите, уже скилл набиваем. Набиваем скилл, да, ребят. Опыт. Уже потихонечку. Ой, блин, подожди, непонятно, какая трасса. Возможно, здесь... Лучше будет как-то пробовать сверху, что ли. Так, да, трасса незнакомая. Поэтому сейчас не знаю пока, как будем действовать. Вот здесь, нам бы топливо. Ага, оно есть. О, ну... 321. Возможно, здесь, возможно, ребят, сверху пролететь будет лучше. Не знаю. Ну, давайте попробуем. В принципе, у нас целая минута впереди. Я не знаю, что там творится. Так, на автобусе бы, конечно, мы, наверное, сверху пролетели. А вот на чопере... Так, сомнительный план сверху лететь. Поэтому... Давайте... Давайте все-таки снизу. Давай на 400 метров. Конечно, на 346. Уже, смотрите-ка, уже хорошо. На 10 метров дальше. Найс. Так, ну единственное, нас могут сейчас обогнать. И есть смысл сверху? Давай. Не, ну сверху нет смысла. Да, ребят. Надо лететь по низу, собирать топливо. Обогнали. Фев, смотри, смотри, что творит, а. В тот раз он был на втором месте, сейчас он вообще на первом. 394 метра. Молодец, молодец, красавчик. Так, ну и все, в принципе. Что сказать, ребят, все на этом, да? Билетов больше нет. Ни одних, ни других. За кристаллики. Ну нет смысла, да? В принципе, все понятно. Я думал, событие у нас будет печальное, так как я не люблю ивентики всякие с челленджей, события, связанные с Луной.
А я тут прям найс. Я тут прям, ребят, чётенький такой. Так что, пока все. Подписки, лайк, не забывайте, колокольчики жмите. Видосиком делимся. Телеграм-канал, Рутуб, Дзен. В описании, в закрепленном комментарии. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.